пока мы ждали Юлю возле ее дома, я решила поработать зеркалом. И то, что я в нем увидела, меня просто поразило. Алена, зеркало мне сейчас показывает Юлю в ее квартире. И рядом с ней есть кто-то из потустороннего мира. Подожди. Я вижу, как рядом с ней появляется женщина с ребенком. А дальше случилось непредвиденное. Что там? Боже. Невероятно. В тот момент, когда Рубина Цибульская увидела в Юлиной квартире призраков, в коридоре упало и разбилось зеркало, висевшее над полочкой с косметикой. Как оно упасть? Оно же никак не могло упасть. Это кот. Кот на балконе. Дух этой женщины сейчас говорит. Скажи им правду. Кому? Нам? Юля от нас что-то скрывает? Давайте уходите. Боже, боже. Видно, что женщина сильно напугана. Нам, честно говоря, тоже не по себе. Хорошо, что в квартире ребенка не было. Юлия спешит к экстрасенсам. Что такое? Только я стала брать вот это, вот у меня в прихожей на мелкие трепезы зеркало разбилось. Полочка осталась, а зеркало на мелкие дребезги. Это к вам и приходили эти духи? Женщина с ребенком. Тихо. Юлия не может прийти в себя после шока. Экстрасенсы несколько минут ее успокаивают. Над зеркалом вот так вот висела с левой стороны фотография Маргарит. Она своими ручками маме на 8 марта сделала в сердечке себя мою фотографию. Боже. Зачем привидения разбили зеркало? Они запугивают женщин? А почему они появились в квартире именно тогда, когда Юля взяла в руки ритуальные вещи?